Всем привет, это Эдпо, канал Let's Play по-русски, с вами я, Чешир. Мы продолжаем играть в Streets of Rock. Итак, мы тут из Ассасина дошли до завода. А у меня нету хпшечки, зато у меня целый арсенал всякого оружия и очень крутой персонаж. Так, пожарный с топором. Ага, так понятно, значит. Стой, сюда иди. О, смотрите-ка, огнетушитель, неплохо. Так, значит, получается, что... Это-то зря. Получается, значит, что со спины, когда мы нападаем и бьем кого-то, ну, под камуфляжем, то именно надо милишным оружием бить. Так, интересно, что за щиток такой. О, отлично. Здесь у меня осталось, значит, сундучок остался. А давайте я заберу его, пойду. Так, пока заводы стоят. Камуфляжик. Бита. Немножечко денег, хорошо. Так. Опять! Черт побери, надо переставать в ямы прыгать. Мне очень нужно это устройство телепортации. Потому что, походу, у меня их было два. Так, ладно, значит, посмотрим. Оп, камуфляжик. И удары сзади. Никого нету? Никого нету. Так, хорошо. Ты у нас бомж, ты у нас наркоторговец. Еды немножко нашли, хорошо. Кстати, интересно, это способность? Нет, камуфляж, стартовый понять спину, убийство во сне. Нет, это ничего не способность, спасение это с высоты. Да нет здесь никого. Так, что тут у нас еще есть? Да ничего тут нет больше. Хорошо. Так, тут вагонетки, надо быть осторожным. Так, мусорный бак, еды нету. Банкомат, репликатор, пожарный. Скупщика, но пока не видел. Так, есть сейф, скупщик. Отлично. Надо продать всякий став, чтобы, ну, ассасин все-таки у меня он больше заточен. Ну, тут пистолет нафиг, а антипризрак, да тоже нафиг. Это я ставлю. Хотя, знаете, что? Этот урон 8 я продам. Это тоже продам. Дубинку продам. Гранату я ставлю. Автомат продам. А, тушит тебе огонь, кроме того, что продавать твоем сердце, если только ты не засунешь его себе в глотку. Нет, я продам, пожалуй. Два очередных бесплатно пройдет. Продам. Прицел, глушитель. Ну, дайте нафиг, продам, продам. Палочка-идентификатор, сигареты, отмычки, это я все оставлю. Шприцы непонятные. Так, давайте смотреть, как палочка-идентификатор, шприц. Отравление, хорошо. А этот? Невидимость, хорошо. Так, у меня $600. Кстати, смотрите-ка, у этого ловочника револьвер есть. Или что это там? Шотган, наверное. А, дробовик, да, нормально. Так, бандиты. Что там надо сделать? Ящик, ага. Диспенсер. Направо, а тут надо ящик открыть, как я понял, да? Да. Так, подождите, у меня же есть граната. Вот так вот пока. Все равно там сейчас это все сбегутся, типа, что произошло. Вот, смотрите, значит, телепорт для быстрого отступления. Отлично. Сюрикены. Ну да, людям не нравится. Когда ты бросаешь им сюрикены в лицо, конечно, не нравится. Никому не нравится. Доказательства. Готов. Лифт открыт, все зачищено. Далее куриные наггетсы. Куриные наггетсы это типа валюты.
Только, ну, валюту это, ну, знаете, вот как тут, ну, чтобы открывать всякие прикольные штуки, типа там мутаторы, предметы новые, какие-то еще что-то. То есть, ну, так. Особенности, кстати, тоже так. Угрюмость. А давайте, почему бы нет? Этот персонаж не для битв, пускай бегут от битв. То есть, наггетсы здесь то же самое, что монетки в жуках. Интерс бридж. Так, мусорный бак. Ну-ка, оп. Что тут надо сделать? Нейтрализировать, нажать кнопки, бабек из тюрьмы, бандиты вернул. Окей, хорошо. Так, ну-ка, коп, я хочу тебя подкупить. Да. Так, значит, надо вот этих чуваков. Давайте смотрите, как сделаем. Взорвем немножко, чтобы... Что, враждебно, что ли? Сволочь. Все, что ли, да? Так, свисток не надо мне. Мне надо вот этот топорик, например. Ай, не включил я невидимость. Ладно. Рабочий, ты что? Так, тык. Тык, открыть сейф, готово. Камуфляжик ушел, ну не важно. Так, бум. Хорошо. Кстати, ребят, почему здесь электричество не отрубилось? Мы же ведь... А сюда-то как пройти? Ладно, я знаю как. Ну что, парникова нет. Хорош. Переходим, просто уходим. Бандиты. Осторожнее, пожалуйста. Надо каким-то образом нейтрализовать вот этого рабочего. Ой-ой-ой. Злой рабочий. Диспенсер. Куплю. Меч. Смотрите-ка, меч. 78 бачи. Нет, у меня пока еще есть другие штуки. Кстати, интересно, если я буду метать звездочки чуваков из невидимости, что будет? Ну-ка. Камуфляж. Тык. Не, ничего не происходит. Ну, бывает, да. А то их можно подбирать. Тоже хорошо. Так, здесь больше ничего нету. Окей. Скупщик, у меня слишком много добра. Так, пистолет нафиг. Дробаш я оставлю. Ключ нафиг. Нож нафиг. Дубинка тоже. У меня есть топор для таких случаев. Что еще могу продать? Кухонный комбайн. Практически любой предмет с пищей. Вот это, кстати, крутая штука, на самом деле. Так. Задание есть справа, я смотрю. Да ладно, тебе что, никого нету. Ой, камуфляж пропал. Рабочий, осторожней. Осторожней, рабочий. У меня же топор. Так, я еще пришел к этому парню. Что нужно? Спасти чувака, хорошо. Вагониточка. Так, чувак. Не стреляйте по мне. Отлично, бананчик дали. Так, спасти, ну конечно же его надо спасти из... Как я вам спасу его? Не, я не буду это выполнять. Хотя... Как мне его спасти? Ну, в принципе, копы меня не видят, это хорошо. Пойдем. Хорошо, хорошо, что подкупил копов. Надо, кстати, запомнить, что если надо кого-то спасти из этого, ну. Да почему не выполнить? Сюда иди, ты где там? Иди сюда. Я уже хочу поубивать спящих.
Готово. Ладно, не буду убивать спящих здесь. Не так много, как хотелось бы. Так, этим чувакам надо вырваться на свободу. Хорошо. Ну что, все? Вы передумали, да? А, давайте отмычка, почему нет? Давайте, идите отсюда. Так, что у нас тут? У нас есть баг есть. Немножко призраков. А, так, готово, хорошо. Итак, это боссовый этаж. Это очень крутой боссовый этаж. Что тут у нас? Выброс радиации. Надо быть внутри зданий. Ну, я вам хочу сказать, неплохо. Здравствуйте. Хорошо, хорошо. Прости, прости. Мне надо быть внутри. Так, надо вообще создавать такие эти штуки, чтобы... Так что, бармен, ну-ка, купить магазин. Что тут у тебя? Есть какой-то коктейль, куча пива, ладно. Скупщик. Отлично. Так, пистолет, нафиг. Штуки, каску оставим. Ваучер, нафиг. Эти горлограммы тоже нафиг. Идентификатор. Комбайн оставим. Так. Что сделать-то надо? Нейтрализовать всех, найти портфель. Сейв, нейтрализовать пожарного. Ну что ж. И сейф разные. Привет, бармен. Мы тебя придется тебе убить немножко. Да, да, бармена убили. Так, не-не, выходить не буду. Надо нейтрализовать у тех чуваков. Один из них спит, другой просто стоит. Надо быстрее пробраться внутрь. Ой-ой. Отлично. Глупцы. Хорош. Кстати, давайте-ка сделаем еду из картонной коробки. Почему бы нет? Ну-ка. Скавнем. Кстати, фуд дали. Картонную коробку. Коробка, коробка. Отмычку оставим. Стеклорез оставим. Шприц с отравлением. Таблетка для мышц. Давайте тоже сделаем еду. Дубинку еду. Каску еду. Хорош. По 5 получается, да? Нож, 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 у меня есть нож еще. Хорошо. Мне нужна какая-нибудь это. Так, я успею добежать-то хоть до этих барменов. Мне нужно оружие какое-нибудь ближнее было. Так, аркадная игра, аркадная игра. Так, мне кого здесь надо нейтрализовать? Вот этого парня. Ну, вы знаете, это будет не так уж и просто сделать. Идите сюда. Ой-ой-ой. 5 секунд, да ладно. Повезло мне немножко. Сюда, 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 все сюда. Ой-ой-ой, фух. Еле успел. Надеюсь, они все сдохли там на улице. Уже сдохли? Ни хрена вы не сдохли. Так, ладно, надо взорвать генератор, наверное.
И вот этих тоже надо всех поубивать. Невидимость, отравление, невидимость. Ну, на улицу как-то, не знаю, выходить не очень сейчас хочется. Давайте, невидимость еще 10 секунд, мы его вколем еще разок. Невидимость, да. Так, надо всего лишь одного убить, чувака. И обратно быстрее. Куда-нибудь вот сюда вот так, оп. Так, готово. Там хоть эти какие-нибудь есть. Ну да, вот есть, в принципе, домик. Сейчас переждем немножко, надеюсь, тут никого нету. Тикворезы. Отравление, непонятно, шприцева, еду сделаем себе, дубинку. Не, нож из ножа сделаем, из сюрикенов. Наделаем еды. Ну, хорош. Теперь бежим. Оп, готово. Прошли. Так. Да, это сложный уровень был, на самом деле. Так, парк. Парк. Миль оружия. Что-то нет никакого, ладно. Кулаки тоже подойдут. Лавочник. Ни разу к тебе не подходил. Ну-ка, купить магазин. Что у тебя есть, дружище? Переводчик с языка горилл на любой человеческий язык. Неплохо. Гульфик. Самое ценное, значит. Ага. Сигареты. Ну, ключ разводной. Давайте разводной ключ купим. Почему нет? Подать, наверное, тебе ничего нельзя. Ну ладно. Так, горилки сидят. Они, кстати, слезать к ним. А, кстати, это. Что будет интересно, если я даду гориллам постучать? На ней для защиты один банан. У меня нет бананов. Неплохо. Так, это значит солдаты. Хорошо. Ой, мина. Да. Так, что-то. Ага, окей. Так. Тут что у нас? Капканы. Что нужно сделать? Уничтожение, значит, здесь ящичек. Здесь у нас каннибалов надо уничтожить. Здесь спасти хакера. Хакера. Враждебные каннибалы стоят. Ну что ж, а дверь закрыта? Нет, открыта, смотрите-ка. Да кто за мной наблюдает-то? За мной кто-то постоянно наблюдает. Нифига себе, ганнибалы. Ну что ж, сойдет. Так, надо понять, почему я не могу в невидимость идти. Здесь банан. Так, если я вот здесь вот спрячусь. О, муфляжик. Быстрее надо убивать ганнибалов. Так, у меня теперь есть топор, насколько я помню. Так, ждем перезарядки камуфляжа. Хорош. Хорош. Так. Так, отлично. Это. Так, это ганнибал. Мы от него убежим. Так, ну идем направо. А, это еще ганнибал, но с сундуком, правда, уже, смотрите-ка. Ой-ой. Слушайте, у этих барменов, смотри, шотган есть. Неплохо ведь.
Так. Минус. Ничего нет. Ну ладно. Так, значит, все хорошо. У них тут есть скупщик и банкомат. Бывает, чё. Ты же Ганнибал. Так, колодец. Брось вниз монетку. Окей. А! Ну ты гад, я же был в камуфляже. Что за фигня? А, я постучал, наверное. То есть надо стучать до того, как в камуфляж. Ладно, ничего, это ничего. Компьютер, открыть запертые двери. О! Отлично. Так, здесь вот смятение. Плохой пруд. Смятение, ох, на 30 секунд. Ага, это значит завод какой-то. Ну ладно. Давайте выпьем пиво и закусим бутербродом. Сам предмет отравления. Давайте, да. И убежим. Так, смятение, давай кончайся, значит. Ой. Так, смятение кончилось, это хорошо. Ну, хорошо. О. Кто-то немножко умер тут. Готово. Ой, я отравил сам себя. Так, ну что, будешь что-нибудь кидать? Нет, не будет. Так, а зачем сюда пришел? Так, хорошо. Ой-ой. Плохо. Плохо. Угу. Нейтрализовать надо этих чуваков. Ну. Приятно мало. Устроим им сад диких людей. Так, у меня очень мало здоровья. Кстати, я могу что-нибудь переработать? Например, вот стеклорез или отмычки, или сигареты. Ну, слушайте, я все подряд могу. Камни, наушки, парализаторы. Отлично. Так. Камуфляжик. Хорошо. Удар сзади. Так. Заодно вот порыскал в их сундучке. Так, 5 секунд, еще 4. Угу. Давай, давай, иди сюда, Ганнибал. Минус еще один. Так, тебя я успею? Нет, не успел. Не надо, не надо. Нет у меня тут. Где ж ты ходишь-то, а? На. Ну хотя бы так. Вот так вот. Замораживающий луч, отлично. Давайте туда. Так-та-та-дан. Так, какой это уровень был? Ловкие пальцы, спрашник, одноки, переговорщик. Давайте. Давайте спрашник лекарств сделаем. Так, этаж 3-2. 3-2. Хорошо. Еще больше Ганнибалов, еще больше трешака. Окей.
Но это будет в следующем видео. А теперь всем пока-пока.